Телекомпания «Эфир» отмечает юбилей. 25 лет в эфире. За четверть века у телеканала менялись заставки, ведущие, корреспонденты. Но одно оставалось неизменным. «Эфир» был и остается народным телеканалом. В честь юбилея мы объявляем акцию «Любимый город». Расскажите нам и всем телезрителям о тех казанцах, кто внес свой вклад в развитие города. Пишите письма, заходите на сайт и в группу ВКонтакте. Участвуйте в юбилейных акциях телекомпании «Эфир». We'll be right back.